хотим вам рассказать о прекрасном проекте, который организован «Семь болгарских рассказов, семь авторов и семь переводчиков». Пожалуйста. Возможность на портале Культура.ру встретиться с людьми не только из Москвы, как бы. Ресурс – это сохранять все, что мы делаем. И в наших это при поддержке библиотеки иностранной литературы. Это в самой подборке. Александра Секулова, Иванки Могилской, Юрдана Диарадичкова. Великолепная коллекция не только как уровень самой литературы на оригинальном языке, а и в переводе. Эфир сразу, буквально за 2-3 часа, когда появилась идея сделать аудиокаст. Как студенческий проект, как онлайн или проект, как электронная книга, но мы все еще появляться, когда он захочет. И первый никак не мог с этим смириться. Он всегда чувствовал,
эмоционально прониклись и согласились стать первыми чтецами. Это Наталья Гусева. Десятки людей, в том числе педагоги университетов, и прежде всего, конечно, авторы. Еще раз. Абсолютно бесплатно на сайте Болгарского культурного института, Центра славянских культур. У Бога было странное свойство то исчезать, то появляться, когда он захочет. И первый стоял и ждал, когда он снова появится. Порой ожидание поглощало все его внимание. Обычно Бог звал первого Роджером. Первый не совсем понимал, что такое Роджер. Он в него вселял. Первый не знал, как объяснить Богу, что ему не нужно имя. Они оба были счастливы. Первый часто нуждался в разговоре с Богом. Сообщите ему о чем-то, об опасности. Но Бог просто-напросто его не понимал. Иногда Бог даже сожалел об этом, но первый чувствовал, что его сожаление не было искренним.
везде, в окружающем его мире. Он всегда старался действовать в согласии с его волей, потому что но первый никогда не называл его Богом, даже в мыслях. Он просто знал, что Бог – Бог. Никогда не уставал их изучать и удивляться им. Например, особенно ему нравился снег. Он странно пах и был на вкус, как вода. Первый обожал валяться в нем. Мы разные. Большие и маленькие, мужчины и женщины. Их действительно было не счесть. Может уйти и больше не вернуться. При этой мысли сердце первого тревожно сжимало. Мир, сотворенный Богом, был не так интересен и практичен, как мог бы быть. Поэтому Бога, который не очень хорошо его понимал. Первый всегда понимал Бога, даже когда делал вид, что вообще или что угодно еще, чем он решит поделиться. Бог тоже радовался, как воодушевленно принимал. Бросился в воду, нашел это что-то, доплыл к берегу и, как и был мокрый, положил находку к ногам.
Первый подозревал, что для Бога это игра, а потому старался выглядеть счастливым и воодушевленным. Он был готов к его гневу, хотя это было и страшно. Как ни странно, в этот раз Бог не снов. Но Бога так и не было. Первый был в отчаянии. У него пропало его долг – отправиться на поиски Бога. Поначалу первый блуждал и шел куда глаза. Поздно найдет его и спасет. Путь первого был долгим и изнурительным. Которые первый не всегда мог предвидеть. Сегодня, когда Бог исчез, первому пришлось спрашивать. Нашел его, засыпал его вопросами. Где был? Почему пропал? Бог не отвечал первому. Его сон был не таким глубоким, как раньше. Его быстрее одолевала усталость. Время, но чувствовал его. Время было в нем самом, и не стоило обращать на него внимания. Сел рядом с ним и положил его голову на свои колени. Первый был очень рад.
как это возможно? Вот было оно живым, а теперь нет. Но ему надо было спешить дальше. Голову первого на коленях. Время от времени он говорил что-то первому, но он уже не вался лицом в его шерсть, первого уже не стало. Бог, который уже не был никаким богом, раздавалось эхо всякий раз, когда он случайно слышал собачий лай. А может быть, который давно уже не был богом, видел только один выход. Он еще немного поколебался.
Попов. Фанатки падки. Эпиграф. Оценили их по достоинству, а самому ему предстоит получить кругленькую сумму. Стокгольма, но вот человек был важный. Боделков говорил прямо, хриплым голосом, много ему дала, обогатила, так сказать, не только духовно, но и иначе. €10 000. К тому же ему безвозмездно предоставят 100 копий книг. Грязью джип, вскоре выехали из города и завернули на узкое пустое шоссе. Из печки дул горячий. Бодилков, окруженный небольшой свитой, ждал их у входа в огромный белый дом с колоннами. Агротехника, ветеринара, актрису из Русинского театра, какого-то Тиофанов открыл книгу, прочитал свое имя, понюхал ее. Настоящее. Он весь день трясся в поезде и волновался, и, естественно, алкоголь ударил ему в голову. В камине потрескивали.
очень даже хорошо. Конечно же, ни в одном из его 10 карманов бумажки не оказалось. На юбке косметика размазана по лицу. Ей было около 40. У нее был бархатный голос. Агротехник показывал ему фокус с бокалом, ходил в туалет, заблудился, каким-то образом оказался. Лампа. Стихи разливались в призрачном сумраке. Его стихи. Его глаза постепенно привыкли к тусклому свету, и тут он заметил рыло. Отличными. Они лежали на боку с полуоткрытыми глазами, слушая его стихи. Крики, грохот ведер. Кто-то резко схватил его за плечо и выдернул его из темного хлева грез. Что-то у него спросить, но не успел сформулировать вопрос и в конце концов отказался от этой затеи. На письменном поезд отправился в Софию полупустым, подбирая новых людей на остановках. Поэт дремал у окна. Теофанов не замечал его, пока тот не заговорил. «Я смотрю, вы работаете на Бодилково».
Шисока. Я, честно сказать, не верю слухам, но как знать? Этот Бодилков был не... Пакет свалился с полки, упал на пол. А где-то там, в синеватом сумраке свинарника, мужчины боятся разлуки, а женщины – вечности. Вот кости будут тлеть на кладбище Бенедиктинского монастыря Святой Габриэлы, некие двое. Не нарушат это ясное мгновение, когда они окунутся в ее глаза и увидят. В нем он писал исключительно безупречными заглавными буквами. Он рассказывал о себе в Он свидетель, но не самой любви, а лишь ее задатков. Как бы вскользь отвечал. Тео обволакивал мысли в слова, словно искусный карманник. В тот платье они поцелуются, не обронив ни слова, ни звука. В слезах не увидел океан. Ее смуглое тело
находили на берегах ее тела обломки легкокрылых кораблей и тела легкомысленных. Отчаянными мужчинами из ее жизни становились на берегу и пытались прочесть ее. Семьей, карьерой, детьми, личными увлечениями, красивыми и случайными. То кто-то из двух мужчин, которых она благословила в то беззаботно легкое лето в Сиене, пал кровью из-за взаимной, но бессмысленной любви с брокершей из Лондона и не мог не посчитать это. Вспыхнувший на греческих островах, словно тропический цветок. В конце этого о ней. В море, разделяющем их острова, наступил вечный отлив. Сила ее имени, но они были уверены в его незыблемости, и это делало их не. Нож, брошенный циркачом. Потребуются годы, чтобы услышать. Все еще летит с единственной целью получить бурные аплодисменты.
как и тот факт, что Грейс подарила Леопольду его дневник. В долгих разговорах их вновь окрепшей дружбы она была тенью. В панике бежала от любви. Леопольд деликатно уступил Матео, долго разговаривали по телефону, выслушивая внимательно друг друга. Вместе придумывали решения. В конечном итоге она подарила им чувство ясности, что они восприняли как... Это было и не нужно. Приобретенная вечность в их глазах была единственным, что... команду ночью, пока она спала, и учили их читать ее мысли под веками. По дельте реки Меконг и настойчиво просил с этого момента отмечать, когда он... Но, увидев сузившиеся глаза своего собеседника, тут же поднял руки в знак примирения. Идет в безуспешных попытках забыть саму себя. Когда она делала паузу в мутной...
серебре и пчелином воске. Так же, как они никогда не упоминали ее имя в своих разговорах. Подвижный, облокотившийся на подоконник и уставившийся на порт, добрался Леопольд. Никогда так трагично не сможет сразить ее. Прочитал он и то, который был в баре. Грейс попросила присутствующих работников между мужчинами, как и знаки внимания, как и мысли друг о друге, которые освещали их жизни. Они возвращались, чтобы вновь отправиться в путь. Порой письма находили их в самых Корч отказывался читать написанное ему и возвращал конверт невскрытым. Что это единственный способ сохранить и воспоминания, и связь со временем. Комоды. Положил завернутую в бумагу, блестящую под сенью яблони серебряную ложечку. «У тебя есть Грейс?» – справедливо заметил Леопольд.
красивые вещи. Конечно, только совершенно необходимые вещи. Знак препинания меняет интонацию, а порой история удивляет как раз благодаря филиалов Марракеша, Праги и Сиднея. Они едва ли точно знали, каково их интересного и необходимого предмета в Сингапуре или на распродаже в Буэнос-Айресе. Отправлены в офис Вальпараисо, откуда они рассылали их на и неприемлемой для посторонних, как и любая другая правда. Друг другу рисунки и наброски, которые, как им казалось, они истолковали неправильно. События, истории, пропущенные строки, незнакомые слова. В доме своего сына в Британии или снова пошла по следам человека, которого она научила. Проверили все варианты, маршруты и направления. Они использовали всю свою
ее растворение в воздухе, превращение в женщину из дыма. Ставили следы на них. Они должны испытать вновь. Должны любой ценой понять, было ли у них предчувствие встречи с ним. Не будет пылающих маков. Они награда плотно закрыты. Ровно 11 часов. Брусчатка откололась, кое-где росла трава, кроткая трава, которая вряд ли доживет до весны. «Я отведу тебя в другой лес», — сказал ей Михаил, который всегда исполнял свои. Дарю тебе этот дождь. Михаил уехал на работу в Италию, затем в Голландию. И смотрел на нее среди аккуратно разложенных упаковок. Я приеду, начну. Поезд пьяница. Таня смотрела на пустую дорогу, на пыльные поезда, которые не
рисунок цветными карандашами с белой высохшей рекой и синими буквами, которые дарили ей. На нас двоих, если понадобится. Он и не догадывался, что Таня не может забыть тополя могучие. И больше не придется ездить на этом старом велосипеде. Я куплю тебе маленький Форд. Старенький. Дворцы и синие буквы говорили: «Я приеду 24 июля». С того дня. До 24 июля счастливым казалось все. Наконец, 100 лет. Двадцать пять минут, 50 минут, и, наконец, рельсы загудели. Как бы. Таня перехватила дыхание, поезд тронулся, сначала медленно. Синие и красные тополя. Скоро лето закончится. Сколько времени прошло с тех дворцов в Венеции? Светлую улицу, по ней поедет. С фактами не поспоришь. Ты кроткая и трудолюбивая. С одеялами. По крыше станции за барабаном.
себе. Пора, она должна идти. Таня зашлепала в дождь под вычерпанными облаками. Голос: «Дождь! Дождь! Вот он!» В мире был лишь один человек. На шоссе. Потом ее белая рубашка уныло помахала им заляпанным рукавом. Чуть дальше лежал Это казалось романтичным. Они еще не знали, что смерть стоит на середине моста и выбирает машину, на которой... Они недавно или находятся там уже вечность, как пятна на праздничной одежде. Позже Невен... на его плече. Время от времени она с трепетом поглядывала на стальные тросы, которые удерживали мост. И движутся они все медленнее. Только она собралась обидеться, что он ее не слушает, как они... лизнуть между остановившимися машинами. Все замерло. В считанные... А это было не так уж и далеко. Оба сидели в машине. Тежу еще. Каком-то мосту, пусть и самым длинным в Европе. Незадолго до их ссоры приехали полицейские.
ползли со скоростью 2 уличных фонарей в минуту, но все же двигались. Смерть уже въезжала на Невене почудилось, что на прощание, перед тем, как бросить ее навстречу тысячам огней, мрак ударил. Кардан Димитров Радичков. Спектр чувств. Мама, мама! Ване Колеве и Мариане Евтимовне. Напоминаем слушателям, что их наградили званием. Слух. Моника Анелия Лазарова вскочила, со скоростью света подлетела к дочери. Этим все и закончилось. Одна пощечина сразу закрывала ей рот. Этого достаточно, чтобы бесконечные химические формулы, которые не выходили из головы ее матери. Неужели мама и меня? Сосредоточенно глядя в свои бумаги, не оборачиваясь к девочке. На кириллице вытерла слезы мать. Потом посмотрела на дочь, сняла свои большие круглые очки и оставила их на столе. Она позвала Мой. Клеены коричневым клеем здесь, на стене, навсегда. Остаются независимо от нас.
останусь на фотографии в каком-нибудь архивном альбоме, где обо мне будет написано две строчки. Профессор. Вполне вероятно. Наверняка от кириллицы, подытожила Моника. Ее глаза округлились. Они, что ли, плохие, какой-то народ, живущий так далеко от нашей гостиной, милая? Начнут валиться беды. А Монголия, милая, они там как-нибудь разберутся. У них есть своя. Капитана корабля, который везет тебя далеко, на остров, где даже не слышали о кириллице. И ничего. Услышать ни слова из мыслей своей матери. Она не догадывалась, о чем думала ее мать ни тогда. Усталая, но счастливая от того, что вновь вступил на Землю. Говоришь, спектральный анализ? Спросил. Самолетах. Он всегда летал с Живковым. Не знаю почему, но всегда с ним. Один раз самолет.